Ну что ж, начало положено. А как говорят, доброе начало – половина дела. Пора представить вас нашим зрителям. Александр Серов приехал из украинского города Черновцы. Юрий Хачинский, ленинградец. Вам, Юра и Саша, предстоит сегодня знакомить зрителей с участниками нашей встречи. Мы это сделаем с большим удовольствием. Но так как вести программу «Дело непростое», мы очень рассчитываем на помощь наших хозяек. Ольги Зарубиной и Татьяны Ковалевой. Ну, я думаю, что более всего нам помогут ваши улыбки, тепло ваших глаз, уважаемые телезрители. Мы встречаем в жизни глаз, они глядят внимательно на нас, они ласкают нас, порой бронят, они без слов о многом говорят. Кто без волнения может вспоминать, как с тихой нежностью на нас глядела мать? Как хорошо, когда глаза ребят навстречу нам, как звездочки блестят. Серые, синие, карие, черные, или лазурные, как бирюза, строгие, грустные, или задорные, милые сердцу глаза. Приходит в жизни час, когда любовь сама находит нас. Едва взмахнет она своим крылом, как сразу все изменится кругом. В душе ручьи весенние звенят, глаза любимые доверчиво глядят, и никуда от них нам не уйти, когда они блеснули на пути. Серые, синие, карие, черные или лазурные, как бирюза, строгие, грустные или задорные, милые сердцу глаза. Как любим мы простое слово «друг», друзей немало видим мы вокруг. Порою греет нас своим теплом и те, кто с нами даже не знаком. Когда поем мы песни вам свои о нашей юности, о дружбе, о любви, всегда с волнением смотрим в этот зал и видим ваши теплые глаза. Серые, синие, карие, черные или лазурные, как бирюза, строгие, грустные или задорные, милые сердцу глаза.